Контрабандинский. Блин. Вот это ты, конечно, лоханулась. Рано поставили карту на стол. Сначала расслоим, а потом уже будем триплет смотреть. Если не дадут, конечно, треньку на него. Причем я, конечно, сомневаюсь. Шок не призвалось. Давай что-нибудь там про призвание. О. Найс. Да взрыв мобильный, он не то чтобы прям... Приходник нам точно не нужен, да. Потому что они будут не умирать. Либо это, либо это. Наверное, просто мех возьмем. Не будем париться. Так. Может, мы выйдем в этих в боксеров. Какие-то совсем маленькие. Ну блин! Неужели так сложно? Давай, пожалуйста, умоляю. Умоляю! Да ё-моё, неужели так сложно бить карту, чтобы я пробафала своих этих челов? Ну неужели, боже мой, сегодня все будет через жопу. Просто все.
хорошая. Аллилуйя. Да, семерка выжила. Упс. Хотела его поставить. Не, ну в принципе, может, я забью на него, конечно. Просто на Мурлока имею в виду. В идеале нам надо выйти в боксеров. Поэтому Зарджира пока не продаю, потому что если я его увижу, то я возьму сразу двух. Это будет гораздо больше сатов, чем от этих челов. Непонятно раскрывание, плюс с них можно реборна снять. Опа. Ой-ой-ой. Экс. Сожрать одного. Экс. Маловато будет. Хотелось бы, конечно, направо ударить.
тебе брелок на топ-слоты на столе. Еще бы боксерчика. Фига еще Морлок. Конечно, потому что я ее продала. Конечно. Двойные статы дает. Но мой план потихонечку приходит. Даже все не обыграли нормально. Приходит в действие. Так, лобби кончается. Блин, золотого бы этого, сажабра, сюда, пираты. Надо его слить. Так, у меня еще есть монетизм там. Мне так много не надо. Там бабл. Unfortunately. У меня нет слота под присоску. А дроны с дракари сейчас... Ну, типа, у меня не забафанные присоски. И их количество под дракари и дронами по итогу сильнее, чем накладывать одну присоску в другую, потому что они не разбафанные. Не больше это статов. Они не... Ну, никаких статов не имеют у меня. Мне, наверное, не прокачано, ничего не прокачано.
Отлично. Так, тебя скинуть надо. Неужели? У нее был план, и она его придерживалась. Ты еще не подписан на канал? Сейчас самое время это исправить. Также переходи на Twitch, если хочешь смотреть трансляции онлайн, Telegram, чтобы быть в курсе новостей, и Donation Alerts, чтобы поддержать меня.